Хит сезона – сумочки из джута, с канатом или без. Это модный аксессуар, который дополнит любой образ. Изделия из натуральной ткани подойдут для повседневных задач. Например, для закупки продуктов станут отличной оберткой для подарка, незаменимым помощником во время поездок на отдых. И как прекрасно смотрится эта сумочка с летним нарядом на море! Эти сумки вместительные, прочные, стильные. Это современный эко-тренд, который захватил уже практически весь мир. Узоры, принт, ручки, формы и объемы – выбор только за вами. Есть очень простые сумки, которые можно украсить самим. Можно оформить кружевом, бисером, бусинами, кожей и другими декоративными элементами. Сумка от очень простой до элитной. Конечно, соглашусь с вами. Это тренд, а любой тренд стоит определенных затрат. И эти сумочки не из дешевых, но... Но если вы хотя бы немного умеете владеть крючком, то вам под силу связать эту модную прелесть. Для изделия потребуется сам джут. Толщина зависит от желания и того изделия, которое вы хотите сделать. Возможно, канат понадобится. Также толщина от желания и изделия, крючок и фурнитура для ручек, хотя можно сэкономить и на этом, и связать сами ручки. Все не так сложно. Возможно, сразу суперсумки могут и не получиться, но самая простая получится с первого раза. Я уже попробовала. Ну, а потом весь YouTube пестрит мастер-классами. Thank you.
так что осталось приобрести джут, канат, крючок, фурнитуру, а это можно сделать в магазинах «Все для вязания», на различных специальных сайтах и, не удивляйтесь, в строительных магазинах и магазинах природы. Ну а опыт и желание вам подскажут, какой джут лучше применять для вязки этих модных сумок. Удачи вам! И выбор, как всегда, только за вами!